Котельный шумный и безлюдный. С этого года она перешла на полную автоматику. Постоянное присутствие специалистов здесь уже не требуется. Оборудование полностью модернизировали, поставили новые горелки, увеличили число котлов. За счет автоматики котельного оборудования идет экономия ресурсов, в частности газа, потому что котлы настроены таким образом, они сами включаются, выключаются в зависимости от температуры окружающего воздуха. Техническое перевооружение котельной на Гагарина потребовалось после возведения здесь новостроек. Мощности старого оборудования хватало лишь на 13 близлежащих хрущевок. Модернизацию котельной провели за счет застройщика. Мэр Самары проверил, как работает обновленная котельная, и обсудил с жителями начало отопительного сезона. В этом году, видите, сентябрь был холодным, решили пораньше запуститься. Прекрасно. Молодцы. И должен сказать, что практически все завершено. Сейчас два дома у нас без отопления только. Это вот в Ленинском районе. И были проблемы по Самарскому району, там старый жилой фонд. 10 домов вчера было не подключено, в ночь все подключили. Я думаю, что сегодня мы поставим точку, все дома будут обеспечены теплом. Насколько горячие батареи в квартирах, мэр ощутил на себе. Потрогал их дома у Светланы Целиковой. Но вы довольны отоплением? Да. Вот у вас маленький ребенок, для вас вообще, нет, в принципе, очень тепло, тепло, хорошо. Вопросов нет. На первом этаже пятиэтажки расположена 13-я поликлиника. Как быстро пришло тепло сюда, Олег Фурсов узнал из первых уст от главного врача. Как раз отопление пришло вовремя, без проблем. Чисто. Нет, жалоб на отопление не было. Стационар у вас нет, да? Стационар у нас нет. Пациенты, в свою очередь, рассказывают, что тепло в поликлинике не только от батарей, но и от сердечного отношения персонала. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События».